Здравствуйте, друзья! Пришло время пополнить видео в рубрике «Товары из СССР». Сегодня покажу вам статуэтки, которые были в каждой семье в Советском Союзе. Возможно, у многих из вас они еще сохранились. Поскольку я жил в Ленинграде, как и моя семья, то в основном у меня все статуэтки Ленинградского фарфорового завода, ЛФЗ. Ну, заодно кратко расскажу, сколько они сейчас стоят в интернете. Имеется в виду, за сколько их можно купить. Соответственно, если вы их захотите продать, то скидывайте с каждой статуэтки рублей 500, поскольку человек, который их покупает и занимается их перепродажей, должен как-то навариться на этом. Статуэток у меня не очень много. Это вот такой вот мальчик с виноградом. Это небольшого размера статуэточка. Цена его где-то в районе от 1000 до 1500 рублей всего. Судя по сайтам. Весьма занятная статуэтка. Следующая статуэтка — это зайчик с морковью. Он стоит где-то от 1500 до 2000 рублей. Такой вот симпатичненький. Так вот он сзади выглядит. Следующая статуэтка — это фигура пловчихи. Статуэтки людей стоят немного дороже, чем животных. В интернете ее сейчас можно купить примерно за 2500-3000 рублей. Во всяком случае, я такие цены увидел. Вот. Следующая статуэтка — это статуэтка белого медведя. Стоимость его где-то 2000 рублей. Хотя я видел, кто-то его и за 7000 продавал. Не знаю, от чего это зависит. К сожалению, я не коллекционер, но за 2000 рублей вы такого можете, по идее, купить. Ну, продать, соответственно, за 1500 или за 1000 рублей у вас получится. Если вам не нужны статуэтки, а важны деньги, это ваш выбор. Я считаю, что такие вещи нельзя продавать, поскольку это память. Деньги не бог весть какие большие. Но память, она и есть память. Такой вот очень красивый бульдог, но поскольку это одна из самых распространенных статуэток Советского Союза, то стоимость его где-то всего лишь 1500 рублей. Хотя, на мой взгляд, она должна быть самая дорогая.
Также есть набор вот таких вот петухов. Их статуэтками уже сложно назвать, поскольку все равно это статуэтки, но это они еще и как либо перечница, вот как данный петушок, либо вот петух с курочкой, это и перечница, и солонка сразу. Стоит также в районе 1500 рублей. За фигурку. Тут вот наборчик под гжель стоит около 3000 рублей. Ну, поскольку здесь две фигуры. Также есть такой вот оригинальный набор рыб. Я их тоже отношу к статуэткам СССР. По идее это графин, подгорячительный напиток. И набор из 6 стопок в виде маленьких рыбок. На Авито такой набор я видел за 1500 рублей, но с 2 стопками. С 5 стопками за 2000 рублей. Здесь полный комплект, как и должно быть. Поэтому полагаю, что он стоит в районе 2-2500 рублей. Такая вот золоченая рыбка. На этом небольшой обзор статуэток фарфоровых СССР закончен. До новых встреч!